Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем и принимаю эстафету у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, читаю вам стихи. Ты женщина, ты книга между книг, ты свернутый, запечатленный свиток. В твоих строках и слух, и слов, и дум избыток. В твоих листах безумен каждый миг. Ты женщина. Ты ведьмовский напиток. Он жжет огнем, едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик и словословит бешено средь пыток. Ты женщина, и этим ты права, от века убрана короной звездной. Ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ерем железный, тебе мы служим, тверди горд тробя. И молимся от века на тебя. С праздником, девушки!